Предание. Предание – поэтическая автобиография народа. Предание – жанр фольклора. Это устный рассказ, который содержит сведения об исторических лицах, событиях, передающихся из поколения в поколение. Возникают предания часто из рассказа очевидцев. На фоне больших и малых исторических событий, народных движений вырисовываются монументальные фигуры государственных деятелей Древней Руси. Первый из них – Рюрик, родоначальник Первой княжеской династии. Цикл сказаний посвящен Ивану Грозному. Последующие страницы устной летописи надолго останавливаются на деяниях Петра I. Иван Грозный изображен в архаической традиции в качестве жреца, мага, всесильного царя, наказания реки Волги. Веяние времени отражает тему его борьбы с колдовством – сороки-ведьмы. Ранние предания о Петре I – связаны с походами на Азов. Готовясь ко второму из них и взятию Азовской крепости, монарх дает приказ о строительстве флота в Воронеже, а потом и сам работает на верфи. Петр и плотник, царь Петр и солдат. В народной памяти запечатлены приезд Петра на север в 1702 году, победа над шведами, полтавская баталия, Петр I в Троице-Сергиевском монастыре. В каждом из преданий сказался настрой Петровской эпохи, раскованность в поведении героев, юмор в повествовании, изображение исторических событий на бытовом, а то и будничном фоне. Там, где прошел Петр, навсегда осталась память о деятельном, нетерпеливом осударе. Рядом с Петром встают те, чьими трудами мужала Россия – землепашцы, рыбаки, мастеровые, солдаты.